Я, как, впрочем, и другие успешные люди, часто слышим в свой адрес, что нам просто повезло, это просто удача. Конечно, удача и везение, они всегда присутствуют при достижении успеха. Но вместе с тем, все это заработано тяжелым и упорным трудом. И в большей степени это не физический труд, это труд над собой, над развитием своей личности, это работа со своим мышлением, это раскрытие своего потенциала, приобретение житейской мудрости, это борьба со страхом. Кстати, кто мудр, то есть опытен, тому не важна мимолетная удача. Такой человек сам всего добивается в своей жизни. Об этом говорил Федор Тютчев в своем стихотворении. «С временщиком фортуна в споре, к убогой мудрости летит. Сестра, дай руку мне, и горе твоя мне дружбой облегчит. Дарами лучшими моими его осыпала, как мать. И что ж, ничем не насытимый, меня скупой он смел назвать. София, верь мне, будем дружны, смотри, вот горы серебра. Кинь заступ твой, теперь ненужный. С нас будет, милая сестра. Лети, ей мудрость отвечала. Не слышишь, друг твой жизнь клянет. Спаси безумца от кинжала, а мне в фортуне нужды нет». Не стоит рассчитывать на везение, когда вы строите свою жизнь. Только упорный труд, знания, опыт. А иными словами, приобретенная жизненная мудрость помогут вам обрести все, что вы пожелаете.